Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзигет. И сегодня вместе с вами мы вспоминаем преподобного Макария великого, Макария египетского. И он действительно великий, потому что если его вот сравнивать с нами, да, мы весьма малы, мы весьма недостаточны в своей духовной жизни. И вот для нас есть такие, как путеводные звезды, которые указывают нам путь к духовной жизни, как столпы, вот на которых держится все здание церкви, да мы понимаем, что вот храмовое крупное храмовое здание, оно держится на столпах, на таких э, очень мощных э, столбах, которые э, на себе вот свод церковный э, и э, иначе ни купола ничего там не получится удержать. И вот э, в духовном смысле церковь она как раз зиждется на святых, на тех, кто восприняли Дух Христов, тех, кто восприняли благодать Святого Духа и в своей жизни пронесли эту благодать и делятся с нами наставлениями. И вот при преподобный Макарий Великий, на самом деле на него опирались многие последующие отцы, те, которые вот уже ближе к нам, святители Игнатий Бринчанинов, святитель Феофан Затворник, то есть, вот через всю историю проходят вот эти духовные наставления, и многие из нас с ними, конечно же, знакомы. Ну, например, вот, когда мы слышим, как вот, именно преподобный Макарий Великий и в его житии превозносится добродетель смирения, и в древних потеряках, в достопамятных сказаниях это вот именно с того самого времени вот с 4 века все идет и достоверные такие вот описания которые оставили подвижники знавшие преподобного макарии вот например как однажды он в пустыне встретил ну, буквально вот сатану который явился ему и тот, ну, дьявол шел с косой, но не мог поразить косой преподобного Макария великого. И дьявол говорит, что э, вот э, все, что ты делаешь, и я то же самое делаю, даже в большей мере. Вот ты Макарий э, постишься, а я вообще не ем. То есть ты строго постишься, не вкушаешь там по много дней, а я вообще не ем. Ты бодрствуешь, а я вообще не сплю. Но одно, э, в чем я не могу. Э, уподобиться тебе и победить тебя – это смирение. Вот именно смирение преподобного Макария Великого, оно действительно было великим. Почему великий Макарий? Потому что у него было великое смирение, и вот этим смирением он препобеждал все козни дьявола, и тоже вспоминаем мы еще один такой случай из его жития, когда сам Господь вот по промыслу направляет из Египта преподобного Макария в Александрию и говорит, что «вот ты еще не достиг меры двух женщин замужних, которые проживают среди мира в городе Александрия». А Александрия была очень таким многолюдным городом, таким вот центром, где копошилось много людей, как муравейник такое, да, как мегаполис древнего мира. И вот преподобный Макарий предпринял такой длительный путь, пришел в город Александрию и находит этих двух женщин благочестивых. В свое время они вышли замуж за двух братьев родных, ну, то есть вот были два брата, и вот эти вот женщины, они вышли за них замуж, и жили в одном доме, и при этом, вот представьте себе, что они жили в одном доме, две семьи, и при этом совершенно не ругались друг с другом. То есть вот если сейчас поместить две какие-то семьи в один дом, то сколько будет конфликтов, сколько будет взаимной грызни и никакого смирения, каждый как бы вот свое я вперед выставляет. Мы в своей собственной семье не можем сохранить мир, а эти женщины а, с, с юных лет посвятили себя Господу, и они не перечили, во-первых, своим мужьям. Вот все, что просили от них мужья, они выполняли. И даже вот у них со временем, ну, в какое-то время у них было такое желание посвятить себя, может быть, жизни монашеской, то есть как-то вот они прошли уже э, путь благочестивой семейной жизни, им хотелось чего-то более высокого, но они все-таки спросили своих мужей, и те не позволили, и поэтому они прод продолжили оставаться вот в супружестве и... Э, в послушании мужа и во взаимном мире пребывали, ну, проводили вот свой, каждый день своей жизни. И преподобный Макари увидел, что они действительно посреди мира стяжали удивительное смирение. А когда смирение, то ты не возмущаешься против других. Ты никого не ругаешь, ты не произносишь скверных и гневных слов. И вот это очень поразило преподобного Макария. И он возвращается в свою пустыню, тоже, так сказать, вот он извлекает из этого урок и понимает, что победа над страстями, она зависит, может быть, даже не от внешних подвигов, а от того, насколько наше сердце стяжало смирение. И вот такое смиренное сердце, оно и привлекает благодать Духа Святаго. И вот столько много уроков, духовных уроков мы видим в поучениях преподобного Макария Великого, в случаях из его жизни и в сохранившихся его духовных беседах, которые изданы, опубликованы, что, конечно же, всем надо это читать, назидаться, и наставления его не и вовсе. Кто может, будем брать в руки и читать эти произведения, а сам преподобный Макарий Великий и его жизнь, конечно, это нечто удивительное, он вообще по национальности был египтянином, то есть копт, не грек, не, не римлянин, Римская империя, она простиралась вокруг Средиземноморья, он именно был египтянином, но происходил из такой вот благочестивой христианской семьи, и отец его был священником. Причем вот ученые нам помогают, исследователи, такие усердные труженики, они даже устанавливают э, ряд таких исторических фактов. Э, вот известно, что преподобный Макарий родился примерно в 300 году по Рождестве Христовом, а прожил он 90 лет, и вот считается, что ну, с 300 по 390 года по Рождестве Христовом. И это вот век его жизни, да, и происходил он из верхнего Египта. Ну, тут вот, когда мы читаем про монахов, про египетское монашество, тут часто там упоминается вот верхний Египет, там или нижний Египет, и надо, конечно, иметь представление, что это такое. Если посмотреть карту, то там прям, все прямо наоборот получается, что верхний Египет он внизу находится, а нижний Египет наверху. А почему? Это было связано с рекой Нил. И вот... На юге, то есть если на карте внизу, там Высокогорье, и оттуда как раз вот Нил, он э, течет, начинает свое течение к, э, к Средиземному морю, поэтому на Высокогорье это вот Верхний Египет. Так вот, родители преподобного Макария Египетского, они происходили именно из Верхнего Египта, и отец был священнослужителем, и видно, что он был очень, ну, вместе с супругой, э, благочестивым человеком, всецело посвященным Господу. А потом семья разоряется, и они вынуждены были переехать уже в Нижний Египет, то есть на север едут, именно ближе, вот где дельта реки Нил, и там в селении живир вот сохранилось такое название, там как раз они поселяются, и там рождается преподобный Макари Египетский. И, конечно, с самого детства жизнь преподобного Макария была наполнена таким непростым, нелегким трудом, потому что это жизнь ну, сельская, деревенская. И вот даже сохранились такие очень короткие высказывания преподобного Макария в древних таких вот египетских еще записях, где, например, он говорит, когда я был юношей, то пас коров с другими мальчиками. То есть он выходил, помогал пасти скот, то есть он помогал содержать семью, и вот тоже есть такое воспоминание, где говорится вот как, ну конечно же дети там шалили по всякому, и вот как с этим был связан преподобный Макарий, вот он какой случай вспоминал, когда один раз другие мальчики они побежали в чужой сад воровать смоквы. и вот потом они убегали, значит, и одна смоковая упала, и Макарий маленький еще Макар он взял вот эту упавшую смокву и съел но ну, может быть действительно голодный был чего как и вот говорит что потом совесть постоянно меня мучила. на протяжении всей жизни он не мог вспоминать об этой смокве без слез то есть вот так у его чуткая душа реагировала на то что вроде бы он не воровал да но вот поднял то что воровали другие мальчики но душа у него была уже тогда очень и очень чуткая. Что касается его образования, кстати, вот, конечно, в древних источниках там так было написано, вот, преподобный Ян Кассиан Риблинин пишет, что а, святой Макарий не изучал Аристотелева хитрословия, то есть преподобный Макарий не учился в таком, не получал высшего образования того времени, когда изучалась философия, какие-то языческие науки, ну, еще с античного времени, но тем не менее, он был образован, вероятно, еще отец его, священник, научил грамоте. И почему так? Потому что впоследствии его поставили клириком, и чтобы при храме совершать какое-то служение, надо уметь читать богослужебные книги, а для этого надо быть образованным. И преподобный Макарий, он получил вот это необходимое первое образование – да, а вообще он очень много трудился. И вот, значит, что мы знаем, то, что родители его, конечно, они надеялись, что сын тоже как бы продолжит их дело, и они его женили. Сколько там ему лет было, около 20, что ли лет, когда его женили. Хотя Макари, конечно, этого не хотел, его женили. И вот сказано в древних описаниях, что он... Послушавшись родителей, он, однако с женой своей не только не общался, но даже не смотрел на нее. Вот бедная девушка, да, что на нее муж даже не смотрит. Но на самом деле он ведь постоянно свой взор обращал к Богу и не хотел, так сказать, вот никакого э, телесного искушения, поэтому действительно, вот так вот он свою жизнь проводил. Не надо думать, что святой праведный Ян Краштацкий, который в супружестве продолжал сохранять девство, это как Единственный случай, то есть древние святые отцы, они так уже поступали, хотя там как раз воля была просто вот родителей преподобного Макария, и вот настал такой момент, когда родственник, один родственник преподобного Макария отправился на работы на Нитрийскую гору, а эта гора пролегала через, конечно, до нее добираться надо было через пустыню, и там, соответственно, где Нитрийская гора, там Нитрийская пустыня, и крестьяне добывали там селитру или нитр, отсюда вот Нитрийская гора и пустыня Нитрийская, да, там же и соду добывали, и все это вот как-то употреблялось уже в то время селитра, сода, да, и преподобный Макарий, будучи вот еще молодым человеком, отправился вместе с этим родственником и с другими крестьянами. И там, когда он работал, в тех местах уже, кстати, был один монастырь устроен, вот. Но когда преподобный Макари там работал, то в сонном видении ему вдруг явился ангел и сказал, «Макари, ты видишь эти пустынные места? Тебе надлежит поселиться здесь». Вот было так сказано, открыто, Макари еще сам не понимал, вот он возвращается домой и проходит некоторое время, супруга его почила. Таков был промысл Божий. Через некоторое время его родители тоже отошли к Господу, и вот уже, получается, освободившись от этих уз, мира, да, от родственных связей. Он выходит из села и устраивает себе келью не очень далеко от своей родной деревни. Вот надо сказать, что первые монахи, да, и, конечно же, вот преподобный Антоний Великий, как основатель вот такого, первый такой духовный руководитель пустынников, отшельников, он тоже поначалу вот поселился недалеко от родного селения, а потом уже дальше ушел. То есть это был такой непременный путь личного духовного становления нельзя сразу кидаться каким-то очень ну слишком высоким подвигом надо с своим силам постепенно должно быть восхождение и преподобный Макарий вот он тоже также поселяется в начале недалеко от селения и был у него один знакомый такой благочестивый мирянин который приходил к нему, и, значит, что, преподобный Макарий, он плел корзину, вот как многие монахи, вот за счет чего они жили. Преподобный Макарий, он брал, собирал ветви, пальмовые ветви, из них сплетал корзины, а вот этот мирянин, он брал корзины, приносил в город, продавал и Макарию приносил хлеб для пропитания. Вот так вот он мог существовать, питаться, не покидая пустыни. И, конечно же, он молился. Он уже пребывал в молитвенном уединенном делании. И вот сохранилось интересное тоже такое повествование. Эти вот изречения называются апофтегмы. Апофтегма — краткое изречение. Вот они дошли как раз вот с того времени, с IV века. И там преподобный Макарий, он так говорит, что когда я жил в Келе в Египте, Египте, то э, жители селения э, пришли и сделали взяли меня и сделали клириком не желая этого я удалился в другое место то есть очень краткое такое описание и получается так что вот местные жители они настояли чтобы преподобный макари он стал клириком в их храме ну клирик что значит Первое нам кажется, что это священнослужитель, но дело в том, что в клир уже входят чтецы и певцы, и пономари те, кто вот помогает совершать богослужение. И, конечно же, поскольку священником он стал намного позже, да, тут имеется в виду, что, видимо, он был посвящен во чтецы. И, но при этом он сам этого не желал. Да, тут, видимо, как вот, он поначалу уступил воле людей, а они же говорят, что вот ты же молишься Богу, ты служишь Господу, вот приходи в храм, и каждый день ты как раз и будешь служить Богу. Ну, он и согласился, а епископ его посвятил, поставил в очтецы, и вот он действительно начинает читать за богослужением, Поэтому он и был образов... образованный. Мы говорим, что его бы не допустили до этого без образования. Он читает при богослужении, но при этом вдруг открывается, что все-таки призвание его иное он стремится к такому уединенному а, духовному деланию, к такому вот серде, а, к сердечной молитве, а, совершенно не рассеиваемый никак, потому что а, приходят вот люди в храм тоже, там, и женщины, там, да, а, и с какими-то мирскими вопросами. И это все немножко отвлекает душу монаха, и, конечно, сердце преподобного Макаря оно хотело больше, поэтому он ушел дальше, поселяется где-то там еще, ну на каком-то расстоянии уходит от родного селения. Но рядом с ним тоже вот некое селение, и потом преподобный Макарий, он рассказывал, что именно в связи с этим новым поселением, с новой деревней, было связано одно такое искушение. Он тоже приготовил себе келью, жил как отшельник. Кстати, из чего изготавливали кели? В основном, если пустынные места, то их выкладывали из камней. И могли вот буквально, ну, обычно такое правило было, что за один день выкладывалась келья из камней, и сверху она покрывалась ветками, а, там, ну, или деревьями какими-то, вот, стволами, такими узкими стволами а, каких-то вот кустарников, деревьев, а, то, что росло рядом а, с, с реками или иногда высекали скели, как пещеры в горах, если гористая местность была. И вот преподобный Макарий там живет уже как такой отшельник, и случилось искушение. он так впоследствии сам рассказывал, что в этом селении одна девица вдруг зачала и когда, значит, пришло время, что у нее уже э, очевидно вот эти признаки беременности, то э, родители спрашивают, другие тоже. И она, не зная, как укрыться, говорит, что это вот виноват отшельник, который там живет далеко. То есть она э, хотела, как бы. Э, ну, как немножко вот, может быть, снять с себя какие-то нарекания, да, и выбрал самого-самого отдаленного человека, который там вот далеко живет, думал, что его, может быть, не тронут. Ну, не знаю, что она думала. Во всяком случае, местные жители и родители, они настолько разозлились, что повлекли преподобного Макария в селение, Приволокли его буквально, обвешали его, это вот сам Макари рассказывал, значит, какими-то там кастрюльками, ручками от каких-то там сосудов, ну, чтобы это, когда его водили, чтобы это все громыхало, привлекало внимание к нему, и били его, и, в общем, укоряли. А за ним, говорит, как раз вот шел тот, следом тот самый мирянин, который приносил ему э, хлеба, да, и забирая у него корзины. И он говорит, шел весь со стыдом, а ему местные жители говорят, вот это тот самый твой отшельник, которого ты нам хвалил. То есть, видимо, этот мирянин, он все время с почетом отзывался преподобным Макаре. У него же тогда был у преподобного Макаря ну, такой очень благочестивый, возвышенный образ жизни. На него указывал этот мирянин. А тут его оговорили, и вот этот краснее от стыда вот идет за ним этот а тут же какой-то старик подходит и говорит, ну зачем вы мучаете бедного монаха? И значит тут подходят родители, они свое говорят, что вот мы его не отпустим обратно в пустыню, пока он не, не предоставит нам поручителя, да? То есть, если он уйдет в пустыню, он, наверное, убежит вообще. А вот пусть будет некий поручитель, что это, Макари обязуется кормить, содержать вот эту вот забеременевшую девицу, да, ну и ребенка потом содержать. Ну и в качестве поручителей кого остается? Вот этого только Миренина, покрасневшего от стыда, <laughs> предоставить. Миренин согласился, Макари обратно отпустили. И преподобный Макари сам себе сказал, ну вот что, Макари, нашел ты себе здесь жену, так что придется тебе теперь работать намного больше. И он, значит, с утра до ночи вот плетет эти корзины, трудится, не покладая рук, и отсылает средства действительно этой девице, родителям ее. Идут месяцы, и вот подходит время, когда уже надо рожать. И наступают муки рождения, а разрешиться она не может. Не может никак родить, мучается день-два, и тут я говорю, что ж там с тобой такое происходит, ты нам скажи, э, не поймем. И она признается, что э, отшельник-то не, не виноват, святой Макария, а вот отец ребенка это вот такой-то вот юноша, который живет в том же самом селе. Ну и когда вот она раскаялась, то, конечно, она родила. Больше про нее ничего, вот никаких сведений у нас нет. А люди вот настолько были поражены, особенно они удивились смирению преподобного Макария, что он не оправдывался, что он и побиение вот эти, позор этот понес, и главное, трудился, чтобы содержать, и содержал эту девицу, что они решили всем селом пойти попросить прощения, и, значит, ну как-то уже по-новому относиться к преподобному Макарию, действительно, как к святому человеку, а поручитель вот этот мирянин, который приносил ему хлеба, он пришел и говорит, что вот... Все село хочет прийти попросить прощения. И вот тогда-то преподобный Макарий и отсюда убежал. То есть он не стал искать вот этого почета, этой славы, и он понял, что как раз вот нужно скрываться. Не нужно скрываться, когда несешь безчести. Вот так он считал. Когда ты несешь позор, то нужно как раз оставаться на месте тем более, если это несправедливое обвинение. А когда начинает тебя прославлять, то тут же надо уходить, убегать. И вот тогда-то он как раз идет вот к Нитрийской горе, вот в ту Нитрийскую пустыню, о которой ему было открыто, что здесь ты поселишься, и даже было открыто, что вот у него и последователи там будут. Вот так вот он уходит и становится тем знаменитым уже Авой Макарием, который поселяется в этой дикой совершенно пустыне. А путь туда, кстати, настолько был тяжелый, вот в эти, там уже, там, да, там действительно уже был, конечно, построен, ну, не то, что построен, а устроен монастырь Авой Амуном, Ава Амун, один из таких вот аскетов, который поддерживался преподобным Антонием, и вот это уже Нитрийский монастырь, такое поселение, монашеских келей, где вот в храм собирались на, в субботу, воскресенье, и очень жесткое там было, конечно, проживание, потому что хорошей воды нет, какая-то вода очень такая, ну, плохо пахнущая, как говорили, пахнет она смолой, да, а пропитания никакого, все скудно под палящими лучами солнца. Вот. Ну и там, значит, уже было такое монашеское поселение и очень много уже духоносных отцов. Но потом, значит, когда их стало много, этих монахов, то тогда по согласованию с преподобным Антонием Великим решили устроить в отдаление, в отдаление еще новый монастырь. И этот монастырь назывался Келье. Вот отсюда у нас название Кельи монашеских, то, тоже такие уединенные поселения – а, то есть о, сейчас кельи это что? Это э, такое вот помещение, где один монах вот прибывает, вот сам по себе как бы да, может отдохнуть, но ну, и в молитве тоже уединенный А там это именно поселение монахов, где какой был принцип? То есть если Нитрийский монастырь на Нитрийской горе, он э он тоже в принципе как бы там отшельники, но э часто они виделись друг с другом. То те, которые вот наиболее преуспевали, они переходили в монастырь Кельи под названием. И там пребывали так, что и кельи ставя, ставились на таком расстоянии друг от друга, чтобы никто друг друга не видел и не слышал. И таким образом вот никто никого не отвлекал от молитв. Это такие совершенные безмолвники были. Но преподобный Макарий, он не поселяется ни там, ни там, а устраивает третий монастырь, который получил название «Скид». И вот отсюда пошло название наших скитов, то есть совершенно таких отдаленных, уединенных обителей, куда удаляются и ныне. Вот бывает так, что вот есть монастырь, а рядом с ним скит. Почему? Потому что вот монастырь посещает много паломников, и чтобы уже как-то вот ну, достичь хотя бы немножко какого-то уединенного жительства, устраивает ски, устраивается скид, и монахи туда тоже могут на какое-то время переходить, чтобы вот, ну, только вот в молитве Господу пребывать, не развлекаясь и не отвлекаясь вот на приходящих мирян. И Преподобный Макарий, вот он в еще более таком отдаленном э, пути устраивает вот этот скид, и путь туда вообще к этим монастырям, он не по тропам, никаких троп, дорог там не было устроенных, определялся этот путь по звездам. Конечно, там могли и хищные звери напасть и растерзать. И вот древний автор, пресвитер Руфин, аквилейский, который тоже описал жизнь пустынных отцов, вот он описывает, как они посещали эти, значит, места. И когда они шли, то там какая-то заболоченность, да, и такие вот заболоченные низины, и рядом лежат крокодилы огромные. А они проходили, им интересно посмотреть на крокодилов. Те не двигаются, как будто мертвые. Но говорит, когда мы проходили рядом с ними, чтобы посмотреть на них. Они вдруг открыли пасть и быстро-быстро побежали на нас, и мы настолько испугались, что кинулись от них и сразу стали молиться, вот Господи Иисусе, помилуй нас, спаси нас, Господи. Ну и говорит, стали мы молиться, и крокодилы разворачивались и побежали в свои вот эти водоемы. В общем, не тронули их, и считали они, что спаслись за счет вот молитвы. То есть путь был очень трудный в эти монастыри, и вот там-то как раз поселяется преподобный Макарий. Конечно, там преподобный Макарий устраивает новую келью и пребывает в молитве. Вот мы не можем, конечно, как-то вот подробно описать этот период жизни, потому что не сохранилось подробных сведений. Знаем только, что со временем вот у него появляются, вот сначала два ученика. И затем, значит, один из этих учеников, он помогал Макарию принимать народ, потому что впоследствии вот люди приходили, и э, вот кого-то надо было там исцелить, да, кого-то выслушать, дать какой-то совет. И нужно, чтобы кто-то вот их впускал, выпускал, припровождал к старцу, и вот таков был один ученик. Второй жил э, рядом с Келли, э, 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 еще одну, ну, как Келли была тоже, и... Э, он, видимо, на каких, выполнял некоторые поручения, когда преподобный Макари мог его куда-то направить. Да, но, а туда пришел преподобный Макари, когда ему было вот около 30 лет. И он, конечно, тоже искал к себе какого-то вот назидания. Он искал, где можно получить какой-то совет, может быть, слово утешение, какой-то пример увидеть. И вот он впоследствии так говорил своим ученикам, что я не монах. Зато я видел монахов. Ну, он, конечно, смиренно так говорил о себе. А он рассказал, что вот он как-то вот шел по пустыне, да, исследуя места, и увидел, как вот к некоему водоему там, значит, вот дикие животные идут попить воды. И потом вдруг две человеческие фигуры появляются. Причем вот эти два пустынника, они были совершенно без одежды. И оказалось, что это два таких вот аскета, которые полностью отреклись от мира, да, и так что одежда уже их истрелила, и вот они с этими дикими животными пришли вот попить воды. И преподобный Макари сначала испугался, думал, может быть, какие-то привидения, вот помолился, да, а те его успокаивают, что ну, не бойся, мы люди. И, в общем, у них состоялась беседа, и те спрашивали, как там, что в миру, да, все ли там уже, так сказать, совсем развалилось в миру, жизнь уже совсем все идет к полному апокалипсису, или еще Господь продлевает наши дни, и преподобный Макарий говорит, все так же, как и было прежде, да, и потом он их спрашивает, вот, как мне достичь монашеского жительства? И они ему говорят, что, чтобы стать монахом, надо полностью отречься от всего и тут подразумевалось что ну вот жить как они как они потому что они и от еды да там то есть никто им не приносит пропитание если преподобному макарию приносил человек да то им никто не приносит пропитание еще они сказали преподобному макарию что господь так устроил что их их тела и в мороз э, холод не трогает и когда солнечный зной летом то тоже те тела переносят это совершенно спокойно то есть это уже господь вот дал им такое свойство их телам они совершенно не пользовались никакой одеждой, и они зато всецело возлагали упование на Господу, и от этого сподоблялись от Бога сверхъестественных даров. Ну и преподобный Макарий говорит, что, конечно, я не могу понести вот такой образ жизни, как вы, тогда я не ему отвечаю. «Ну раз так, то тогда сиди в своей келье и сокрушайся о грехах своих». Поэтому, говорит преподобный Макари, я не монах, но я видел монахов. И вот он всегда умел вот находить тех, вот, как бы себя перемещать вот, но ну, в центр внимания на кого-то другого, да, на тех, кто действительно просиял в каких-то, ну, в своих каких-то вот добродетелях пред Господом, и со временем постепенно к преподобному Макарию тоже собираются ученики, поселяются в кельях вот недалеко от него, устр либо устраивают из, кам из камней, да, выкладывают, либо э, как вот пещеру такую высекают э, в гористой местности, и пользуются советом преподобного Макария, а сам Макарий... Известно это, он приходил к преподобному Антонию Великому. Причем, когда он пришел в самый первый раз, то святой Антоний тоже решил испытать смирение преподобного Макария. Вот чем был велик Макарий? Он был велик именно своим смирением. Вот мы, когда себя возвеличиваем, да, мы как, как раз себя и принижаем. А Макарий наоборот. Он себя принижал, и поэтому Господь его возвеличил. Но как его встретил Антоний? Преподобный Макарий постучался в дверь кели с молитвой, и Антони спрашивает, кто ты? Тот говорит, я вот Макари. И значит, он его это не пускает, и не открывает ему дверь. И э, долго, долго, долго. Но ну, а Макари все равно не ушел. И вот когда прошло много времени... Антоний от, отворяет дверь, впускает его, с радостью обнимает и говорит, ⁇ Я давно хотел видеть тебя <laughs> ⁇ То есть на самом деле он не впустил его, просто зная его смирение или, или испытывая его смирение. И тут вдруг он его с любовью встречает, с радостью такой беседует с ним. И преподобный Макари неоднократно приходил к преподобному Антонию. Да, Этот путь тоже был очень непростой через пустыню не один день проходил такой путь. Да, и Антоний как раз ему предлагал некоторые советы, и потом, вот как сохраняются вот эти повествования древних потеряков, на Макаре именно почил дух преподобного Антония. То есть преподобный Макарий стал духовным преемником Антония Великого. А преподобным Макаре э, вспоминают еще что его ученики, что однажды там какой-то вот разбойник проходил мимо его кельи, значит, ну и э, решил, э, в общем, поживиться. Ну там особо, -то, конечно, нечего было брать, но то, что он нашел, он это стал, так сказать, вот класть на своего верблюда. И когда Макарий подошел, то он тоже помог вот погрузить вот эти пожитки разбойнику и припроводил его и сказал, что э, мы ничего не внесли в этот мир, ничего не можем и вынести из него. Э, то есть он воспринял это как нечто такое должное, что может быть Господь его ведет таким путем и не стал никак этому возражать. А вообще образ жизни преподобного Макария он был достаточно такой вот жесткий. Он э, спал э, несколько часов, ну, не, не знаю, может, там 2-3, может быть, 4 часа, прислонившись к стене, он не ложился ни на пол, там никуда и не было, значит, на чем вообще спать, постели никакой у него не имелось. И он, конечно, вот как сообщают древние источники, он и с некоторой вот строгостью обращался к тем монахам, которые приходили и желали поселиться при нем. А почему со строгостью? Ну, представьте, что если придет какой-то изнеженный монах или желающий стать монахом, изнеженный человек, и его примет в пустыне преподобный Макарий, а тот потом не выдержит и разболеется, или он там психическая какая-то неуравновешенность у него будет. И понести это могли только вот очень стойкие люди с очень крепкой душой, всецело вот полагающиеся на Господа, да, и у которых вот душа не колеблется ни вправо, ни влево. И для этого преподобный Макарий он являл в своем вот воспитании учеников ну, определенную такую строгость. Ну, например, вот вспоминает. Ава Евагри, когда он пришел, издали пришел, по пустыне шел, понимаете, к преподобному Макарию, приходит и когда, вот, принимает его святой в кели. И Ава Евагри спрашивает: вот, не найдется ли у него немного воды для питья? А ему преподобный Макарий отвечает: Довольствуйся тенью кели. Вода ему не предложила, говорит, что тебе достаточно вот, просто вот, в тени посидеть. И, ну, тот, конечно, не возмутился, не оскорбился, и преподобный Макарий ему поясняет, поверь мне, сын мой, что вот уже 20 лет я, значит, живу так, что я хлеб отвешивал себе малой меры, воду, значит, тоже там по чуть-чуть себе наливал для утоления жажды и не давал сна очам моим. И вот э, преподобный Макарий вот этот очень жесткий образ такой аскетической жизни, он старался прививать, конечно, своим ученикам, но если кто-то терпел э, какую-то немощь, да, то преподобный Макарий вдруг неожиданно тут же являл милосердие этому монаху. Ну, например, вот один как-то сильно разболелся из монахов, и его преподобный Макарий навестил и спрашивает, хочет ли чего-то вкусить этот монах. А тот говорит, хочу вкусить пастилы, то есть очень сладкое такое кушание. И преподобный Макарий настолько к нему расположился, что вышел из своей кели, да, и пришел в Александрию, чтобы купить пастилу, и потом вернулся, и вот угостил этого страждущего монаха, потому что, ну, вот милосердие такое у него было к этому страждущему брату. И вот это очень характеризовало преподобного Макария Великого, что внешняя строгость, причем строгость прежде всего к себе, но душа чуткая внутри, и поэтому, когда он ощущал ну, немощь брата, то он искал, как вот его укрепить, как сделать так, чтобы брат этот не споткнулся, не пал и укреплялся за счет преподобного Макария. Да? Вот, например, однажды было такое видение преподобного Макария, тоже в древних таких повествованиях с IV века, как он увидел, что значит, дьявол направляется ну, как бы с некими такими сосудами в сторону монастыря. И Макарий спрашивает его, куда ты идешь? Я несу вот пищу для братьев. И, значит, Макарий спрашивает, что это за пища? А это, значит, говорит, что я, когда подхожу, келем, братья, то предлагаю из разных вот этих сосудов э, свои яства монахам. И если одно ему не нравится, то я другой. Ну, понятно, то есть он искушает помыслами. Или там завистью, да? Или помыслами осуждения, или помыслами гордости. И Вот если, э, брат, он одно какое-то яство мое, одно искушение не принимает, то я ему другую. Может быть, что-то значит, он и примет в конечном итоге. Подбрасывает то одно, то второе, то третье, то там блудные помыслы. И потом, когда обратно идет, значит, святой Макарио спрашивает, ну что, как твое, значит, путешествие к монахам? Вот, говорит, немилосердны ко мне монахи, вот никто не принимает, только один, значит, есть он такой вот феопемт по имени, как только я появляюсь, он все время как ветер крутится, кружится. Ну, на самом деле, сам дьявол его кружил, да, и вокруг него как ветер крутился, подкидывая ему всякие помыслы. И тогда святой Макари решил пойти в монастырь, да, вот в этот, значит, приходит, Находит вот этого Феопемта и решил с ним поговорить и спрашивает, как у него дела. А тому вот стыдно признаться, что это в своих помыслах. То есть, понимаете, в монастыре очень важно раскрывать именно помыслы, ничего не утаивать, потому что здесь идет борьба. Ну и даже для мирянина это бывает важно, что вот нас могут внутри тяготить какие-то мысли, какие-то наши вот влечения к чему-то, да, греховные наши предрасположенности. И прекрасно, когда есть такой духовник чуткий, которому мы можем полностью вот раскрыться, и он тоже готов нас выслушать. Не всегда и не все готовы выслушать, но суть духовничества именно в том, что ты можешь с духовником поговорить по душам. Вот поговорить по душам, не стесняясь, и как раз вот а, о чем болит у тебя сердце. Вот это и выкладываешь на исповедь. То есть вот она суть духовничества. Не то, что ты там формально что-то вот произнес какие-то грехи, а вот Приноси именно то, о чем болит твое сердце, из-за чего ты переживаешь, и это раскрывай. И не утаивай ничего в сокровенных глубинах сердца своего. И преподобный Макарий, он как раз был таким, а так как тот вот э, брат стеснялся, то, а преподобный Макарий уже прозревал, какие искушения ему приходят, то он вдруг говорит этому брату, ты представляешь, вот я уже пожилой, да, и вот до сих пор... Святой Макарий говорит, до сих пор вот мне приходят помыслы блудные, которые искушают меня, вот прикасаются к плоти моей. То есть он как бы сам исповедуется этому брату. И тогда тот приободрился и говорит, вот ты знаешь, вот меня действительно вот искушают именно эти помыслы. И он вот исповедовал все это. А когда он, человек вот исповедует, да, то исповеданное оно начинает уходить из души. Да? То есть оно перестает быть вот той занозой, которая внутри терзает есть, не нужно бояться раскрываться перед, вот, ну, перед духовными наставниками, потому что через них Господь как раз вот может подать свободу. И в следующий раз, когда вот дьявол шел уже с этими сосудами, он уже не смог подобраться к этому монаху Феопемту, потому что тот не принял его искушение. А не принял почему? Потому что он это уже исповедал преподобному Макарию. Да, вот так вот проходило его деятельность и собралось много учеников и многие искали советы преподобного Макаря, а сам он еще еще приходил к преподобному Антонию великому и там значит вот как что а, говорится что однажды он такое интересное повествование в древнем Потереке. Ну, прямо как кто-то прямо зафиксировал, видимо, сразу, что святой Макарий ходил к Антонию и возвращаясь говорит, что я был у Ава Антония и беседовал с ним о том, что вот у нас в скиту нашем нет приношения, то есть у нас не совершается таинство евхаристии. Они, видимо, вынуждены были ходить куда-то далеко, и поэтому изредка ходили на литургию, а так вот вместе собирались, молились. То есть вот он говорит, у нас нет приношения. Об этом я беседовал с Авой Антонием. А братья, вдруг, не узнав, не узнав, что же я ответил, а в Антонии по этому поводу, Макарию, вдруг начали Макария скорее расспрашивать о своих каких-то проблемах. И получается так, что даже не услышали ответ. А что же именно Ава Антони сказал Макарию по поводу вот отсутствия у них таинства литургии? И вот в том описании древнем, в достопамятных сказаниях, там говорится, что... А почему так? Потому что а вот умудренные духоносные мужи, они э, обращают внимание на какую-то проблему, да? но если не интересуются младшие, то тогда они уже не настаивают и не говорят об этом. То есть я, ясно, что монахи э, под руководством святого Макария, они еще не были такие вот совершенные, и они э, бежали вот каждый со своей какой-то просьбы к Макарию с каким-то вопросом, и даже не услышали, что преподобный Антоний сказал Макарию вот, для общей пользы его, для пользы всего монастыря по поводу церкви. Но судя по вот, другим описаниям древним, таким отрывочным, мы можем заключить, что преподобный Антоний дал совет, им, видимо, благословение святому Макарию принять рукоположение в священнике. И вот когда Макарию было 40 лет, он становится священником, и тогда он именно и совершает литургию. Вот это вот приношение божественное, приношение в Харисте, оно совершается в скиту благодаря самому преподобному Макарию Великому. Причем в достопамятных сказаниях, в этих древних потеряковых записях говорится, что святой Макарий стал священником, когда уже сподобился получить от Бога дар чудотворения дар прозрения, дар изгнания злых духов. То есть к 40 годам он уже э, обладал вот этими благодатными дарованиями и э, становится священником, уже будучи вот таким ну, духоносным старцем. И да, еще интересно, что в это время его уже называли к 40 годам отрокостарцем. Отрокостарец, то есть э, еще он по летам своим не старый, и, видимо, он выглядел достаточно так вот молодо, бодро к 40 годам. Но при этом у него уже ум был зрелым, как у духоносного старца. Поэтому его называли отрока старцем в то время. А как проявлялось вот это вот старчество преподобного Макария? Ну, я еще поясню, что старец – это вот не просто духовник, а такой духоносный наставник, который именно от Бога получает вот откровения о чадах, и он прозорливо прозревает, что же именно нужно вот конкретной душе христианской. Исходит вот не из своих личных представлений, не из того, что он что-то услышал от другого, а от того, как Господь ему открывает. И вот преподобный Макарий, он очень рассудительно относился к другим вот людям, к ближним. И там вот такой случай, например, это при том, что Макарий Великий, он был очень строг на самом деле к ученикам, а был еще второй Макарий, кстати, его называли Макарий Александрийский или Городской, и так описывается в древних повествованиях, что он те же самые подвиги нес, но при этом Макарий Александрийский он всегда, если вот Макарий Египетский, он был строг, то Макарий Александрийский всегда был ласков и за счет вот ласковости, доброты восклонял других вот к монашеским подвигам. А Макарий Египетский нет. Он понимал, что вот к нему пришли в эту жесткую очень пустыню, что не всех подряд надо принимать. Ну, а вдруг он там психически надорвется среди вот этих постов, да, зноя дневного и так далее, уединенных молитв. Это и психика не каждого человека выдержит. Он строго проявлял. Но когда нужно, он и миловал. Вот, например, значит, как-то Преподобный Макарий Египетский услышал, что Макарий Александрийский, узнав про согрешение двух монахов, отлучил их от церковного общения да, и наложил какие-то епитемии на них. И святой Макарий Великий, Макарий Египетский, узнав об этом, ну, со скорбью говорит, не братья отлучены, а Макарий отлучен. Ну, имеется в виду вот тот вот Макарий Александрийский отлучен. А, а тот вот Макарий Александрийский, он, услышав про это, огорчился, что Макарий Египетский, вот, ну, т т так сказал, и посчитал, что действительно на него наложена эпитемия, как на отлученного, и тогда он удалился а, в, еще, еще дальше, в строгую такую пустыню, рядом с какой-то рекой, пребывал в молитве, а Макарий Египетский, узнав об этом, скорее поспешил к Макарию Александрийскому и говорит, что буквально вот так слова эти сохранились, что вот ты отлучил двух братьев, и они решили уйти в село. А сам ты, когда услышал, что ты отлучен, то ты, как красная девица, затворился в пустыне, как во, как во внутренней горнице. Но на самом деле это высказывание, оно скрывало другой смысл, нежели может нам показаться. Он имел в виду, что вот те два монаха те два брата, которых ты отлучила, они решили уйти в село, то есть из монастыря перейти в мир. То есть они решили вообще расстаться с монашеской жизнью в пустыне. И это для них пагубно. Зато вот ты, Макарий Александрийский, когда услышал, что ты отлучен, то ты а, наложил еще более, так сказать, строгие подвиги. И как красная, то есть красивая девица, а, а, тут в хорошем смысле говорится, что вот она затворяется во внутренней горнице, да, то есть это такое положительное здесь имеется в виду значение, и он начинает еще более такой высокий подвиг нести Макарий Александрийский, и Макарий Египетский его за это вот хвалит, а тот говорит ему, что ну вот наложи на меня какую-нибудь эпитемию, если вот я погрешил, а тот ему говорит, что ты же вот до конца не узнал, что два брата, они оказались невиновны в том, в чем их обвиняли. Я вот с ними беседовал, и это было, ну, как некая клевета, которую на них наговорили, а тот Макарий поверил. Ну и, значит, Макарий Александрийский попросил какой-то эпитемии, и Макарий Египетский говорит, что вот и возвращайся, но вот строго пастись, вкушая пищу один раз в неделю. Но это не значит, что у них были какие-то друг с другом там, столкновения, наоборот, они очень друг друга поддерживали, и Впоследствии, кстати, впоследствии уже э, в 70-х годах IV века, когда в Александрии стало арианство преобладать, э, арианская ересь, ариане, они отрицали э, божество и предвечное божество Иисуса Христа, считали, что Сын Божий, Он сотворен, а не от вечности рожден Богом Отцом. И вот когда ариане... Э, возобладали в Александрии, то э, настояли на том, чтобы были изгнаны оба Макария. И Макарий египетский, и Макарий александрийский. И вместе эти два этих святые отца э, были в ссылку отправлены на какой-то вот удаленный остров. А на этом острове жили язычники. И значит что? Кругом там э, языческие вот эти обряды, и капище у них, и жрец там же. То есть... Э, Ужас какой-то. Но <святые>, святые стали молиться. И что же там произошло? Произошло там так, что разболелась дочь этого жреца, и никто не может помочь. Ни там волхвования их не помогают, ни какие-то суеверные там, знахарские методы. И. Преподобный Макарий Александрийский, Макарий Египетский помолились об этой вот страждущей девушке, и она исцелилась. И когда это увидел жрец, да, то жрец тут же обратился к, к истинному Богу. Он понял, что там в язычестве просто вот демоны, которые ничем не могут помочь. А здесь действительно истинный, единственный Господь Бог, который вот являет наглядную благодатную силу. А когда обратился жрец, то потихоньку и другие жители, и вот так вот через преподобных вот этих двух святых Макариев весь остров из, 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 языческого он стал христианским. А капища они переоборудовали, переустроивали, переустроили в христианский храм и стали совершать там богослужение. А потом, значит, вот ариане в Александрии, они уже утратили свою власть и обоих Макариев вернули в их пустыню. Вот так вот два Макария были близки друг к другу. И вот мы видим, что Господь удал дар чудотворения преподобному Макарию Великому, и поэтому люди, значит, стали приходить, а я, уже говорил, что пустыня-то эта, она очень тяжела такая, да, для прохождения к скиту, но тем не менее люди все равно приходили, потому что проблемы были очень и очень тяжкие. Например, один раз вот отец с собой вот принес, там, ну или несколько человек вот принесли, у отца вот этого был парализованный сын, положил, значит, его у Двери Кели преподобного Макария сам куда-то отошел, а святой Макарий это значит выходит, смотрит, какой-то отрок лежит, говорит, ты чего здесь делаешь, ты откуда здесь взялся? Меня отец говорит вот сюда принес, ну так иди к, к отцу и позови его, а он, он то был парализованный, но как только услышал слово святого Макария, тут же поднялся, побежал за отцом и привел, то есть вся у него болезнь тут же исчезла. Слово преподобного Макария уже было растворено благодатью, поэтому чудотворным. А вот как-то, это известный тоже такой случай, э, там целая история такая, что на одну девицу некий колдун решил навести чары. А почему? Потому что какой-то э, там э, похотливый человек, он хотел завладеть... Э, вот, э, этой девицы, та отказалась, она жила благочестиво, ну и тогда вот некие вот, там эти через колдуна стали чары наводиться, и эта девица показалась другим лошадью. Вот, значит, родители смотрят, что лошадь, ну и как быть, а вроде была их собственная дочь, одевает на нее уздечку и повели ее вот через пустыню к преподобному Макарию. Когда привели ее, то святой Макарий выходит и говорит, вы зачем уздечку на, на девушку надели. Они говорят, что это вот была наша дочь, а не знаем, каким образом превратилась она в лошадь. Но Святой Макарий говорит, что это вашим глазам только так кажется, что никакая она не лошадь, и нет в ней ничего лошадиного. Поэтому вы давайте вот сейчас будем молиться. И, в общем, на какое-то время они там все остались. Да, он помолился, и он помазал святым елеем эту э, девушку, а глаза э, тоже вот у пришедших родителей, они освободились, и тут же они увидели, что это действительно их девица. То есть, скорее всего, наваждение не столько на девушку было, сколько вот на этих родителей ее, потому что именно им казалось, что она лошадь. Да, ну вот такие немножко э, своеобразные случаи происходили, и Господь тоже являл свою силу через преподобного Макария Великого, и там, значит, даже как-то и мертвые воскресал. А один раз повествуется тоже, что преподобный Макарий, он с учениками жал на поле, и, значит, смотрит какая-то женщина, она тоже идет, жнет и плачет при этом. Он спрашивает, Макарий спрашивает у хозяина поля, что это она плачет. Да у нее, говорит, муж умер, а он перед этим э, взял вот поклажу, куда-то у кого-то поклажу, куда-то ее положил и вот умер, и непонятно, не куда все это делось. И тот хозяин, э, значит, хочет, чтобы они отрабатывали, взять их в рабство и вдову с детьми. И тогда преподобный Макарий, он вместе с этой женщиной пришел к могиле супруга и обратился к нему буквально вот скажи нам, где находится этот поклажа, и тот буквально произносит, говорит от гроба, раздается голос, где находится этот вот поклажа, где-то она там была спрятана в доме, и жена его она нашла и смогла вот так вот освободиться от этого, ну, который поджидал их рабство. А еще был такой один случай, юношу оклеветали, якобы он совершил убийство, и грозил ему суд, ну и, в общем, потом решили тоже обратиться к преподобному Макаре, потому что знали, что через него просто вот невероятные откровения бывают, и Господь чудеса творит. Пришли к нему и попросили его разобраться в этой ситуации. И тогда он сказал, что вот пойдемте к могиле убиенного и обратимся к нему с вопросом. И когда подошли к могиле, то преподобный Макари с -с спрашивает его, скажи нам, виновен ли этот юноша в твоем убиении? И мертвый тут вдруг отвечает, что не этот юноша убил меня. То есть вина была с юноши снята, но тут же все, которые находились рядом, говорят, ну тогда спроси, кто же, кто же именно его убил? А на это преподобный Макари отвечает, что нет, что... Э -э у нас был вопрос о том, виноват ли юноша, и Господь показал, что он не виноват. А дальше испытывать судьбы Божии мы не будем. То есть бывают такие чудеса, которые они очень а, такого а, особого характера, и не нужно постоянно искать вот этих сверхъестественных чудес. Пусть занимаются следователи, там прокуроры, судьи своим делом, а не нужно все время думать, что тебе вот нечто сверхъестественное. Будет открываться только очень редко и только через таких святых людей. И преподобный Макарий он не стал уже удовлетворять их просьбу, вот так что как они там искали мы уже не знаем, но юноша вот этот был спасен. И конечно преподобный Макарий вот мы говорили, что очень смирение в нем проявлялось, и он сам говорил, что смирение является неким таким вот естественным свойством. А человека. То есть человек, который обрел благодать Божию, он и не может э, быть иным. Он может быть только смиренным. Потому что вот смирение это то, что э, делает человека созвучным Богу. И поэтому преподобный Макарий Он покрывал прегрешения других людей. И еще интересно, что и на, и, и тоже такое э, ну покажется немножко дерзкое наименование, но преподобного Макария Великого его называли Богом земным, а в каком смысле? И там говорится так, что вот как Господь Бог покрывает своим милосердием согрешения людей, то есть сразу всех не наказывает, да? Вот мы все грешим, да, но Господь не изливает на нас огонь и серу с неба. Господь покрывает согрешения людей своим милосердием, вот так и Макари старался каждого согрешающего покрывать своим милосердием и проявлял вот доброту а, к кающимся, ну и даже тем, кто поначалу не каялся, но в чем-то согрешал. И как-то ему сказали про брата, который вот согрешил. Он говорит, что если Господь его не наказывает, то кто я такой, чтобы произносить свой суд? И вот, братья и сестры, конечно, исчерпать а, все вот то значение и содержание подвига и духовных трудов преподобного Макария мы не сможем. Он прожил 90 лет, он отошел к Господу в 390 году по Рождестве Христовом. Его, его мощи покоятся там же в его монастыре, в скиту, вот в этой египетской пустыне. И, и сейчас тоже туда некоторые паломники попадают, прикладываются к святым мощам преподобного Макария Великого. Но еще огромное значение имеют а, сочинения, литературные вот эти духовные произведения преподобного Макария, которые известны нам как духовные беседы. И очень было бы желательно нам вот обращать на них внимание, потому что они приоткрывают вот ну, самую суть духовной жизни. И преподобный Макарий Великий, например, он говорил так, что а, вот человек изначально создан как храм, как храм Божий. И преподобный Макарий говорил, что вот небо и землю Господь сотворил для человека, чтобы человек обитал и на земле, и на небе, а вот самого человека Господь сотворил для жилища себе. И сердце человеческое, и ум человеческий созданы вот как престол для Господа Бога. То есть изначально, как мы читаем у преподобного Макария, изначально как бы вот некое такое родство было у Бога и человека, потому что человек — это образ Божий. Да? То есть человек изначально отражал в себе все Божие, и Господь обитал в душе первозданного Адама, как в храме. И душа первозданного Адама, она была вот храмом, храмом Божиим, то есть вот как тело, тело наше, живо за счет присутствия души, вот так и душа наша жива, когда ее осеняет Дух Святой. Ну, жива для вечности имеется в виду. И преподобный Макарий, он говорил так, что а, вот именно душа действительно оживляет тело. И все наши вот телесные органы, они принадлежат собственно душе. И именно душа посредством тела видит, слышит ходит, что-то делает руками, то есть душа управляет всеми телесными органами, членами нашего тела, да? душа присутствует и в головном мозгу, да? и она же, она как бы растворена с телом. Вот. Но сама душа э, оживляется и одухотворяется за счет благодати Святого Духа. И э, вот трагизм человечества в том, что люди утратили Святого Духа, а утратив Святого Духа испытывают тоску. Испытывают вот, ну, какой-то ну, дискомфорт такой, плохо, тесно душе человеческой в нашем грешном мире земном, потому что насытиться мы можем только благодатью Святого Духа. И поэтому цель и смысл духовной жизни вот это именно преподобный Макарий изначально на это указывал, а преподобный Серафим Саровский уже напоминал об этом. Святой Серафим он читал духовные беседы преподобного Макария, сам, конечно же, молитвенно связан был с ним. Цель жизни человека в том, чтобы стяжать, чтобы вновь приобщиться благодати Святого Духа, который наполнит наше сердце чистотой, э, святостью, ясным видением всего происходящего, а без этого душа унывает, тоскует. И преподобный Макарий, он описывает вот этот вот путь духовной жизни, вот как в грехопадении люди уступили себя в собственность дьявола. И из-за того, что человек лишился э, Святого Духа, из-за того, что человек лишился Господа, то ведь внутри было, да, вот в душе, в сердце человеческом была Божья благодать. А когда благодать покинула человека, то дьявол получил доступ в сокровенные глубины человеческого естества. И поэтому дьявол подбрасывает греховный помысл, скверные, злые, там, злобные, распутные, завистливые. Все то, что терзает, вот, мучает человека, и естество наше оказалось удобопреклонным козлу греху вот, тяготеем все время к низменному и э, вот надо собирать все время наши вот помысла воедино да как вот э, резвящихся детишек говорит преподобный Макарий, вот, их собирать воедино да вот наши помысл чтобы направлять к богу <laughs> да. ну и по, по мере вот того как мы молимся конечно господь э, являет тоже и свое милосердие свою свою милость и святой Макарий, он говорил так что в какой мере ты направляешь свой ум к исканию Бога, в такой мере и даже еще больше, в непомерно большей мере, сам Господь стремится быть рядом с тобою, да, и явить тебе свою благодать. То есть вот мы-то бывает как бы не можем прорваться сквозь вот эти вот наши помыслы, но все равно ты пребывая в этом усилии и обращаешься, чтобы сам Господь явил тебе свою милость. И со временем, когда душа уже проходит вот это испытание и подтверждает в молитвенном усилии, что действительно хочет быть с Господом, то и Господь подает свою благодать, которая умиротворяет помыслы, которая очищает всю вот эту вот нашу внутреннюю грязь. И потихонечку Господь, он устраивает в сердце человеческом свой храм, храм своей благодати как дивный такой вот сосуд Духа Святаго, и душа восходит по пути обожения. Ну, братья и сестры, конечно, стоит нам самим читать произведения преподобного Макария Великого, чтобы все-таки черпать оттуда духовную пользу. Как мы с вами видим, личность преподобного Макария, его наставления, они очень значимы, они очень существенны. И, кстати, в нашем утреннем и вечернем правиле, когда мы читаем утренние молитвы, когда вечерние, там тоже есть молитвы, которые вот составлены именно преподобным Макарием Великим. «Боже, очисти меня грешного, я не же затворив благое пред тобою». И так далее. Вот берем мы молитва слов и будем помнить, что эти молитвы произносил сам святой Макарий. Макарий Великий, да, и постараемся его тоже призывать в наших вот личных молитвах, обращаться к его творениям, чтобы посредством этого шествовать по тому пути, по которому шел сам преподобный Макари, и чтобы каждому из нас тоже устраивать в своем сердце храм Божий, храм Духа Святаго, ибо именно к этому и призван каждый человек. И, конечно, братья и сестры, постараемся усвоить хотя бы вот один практический урок из наставления преподобного Макария Великого. Вот как он, будучи строг к себе, да, ну, конечно, и к монахам он был строг, но когда он видел вот нужду другого человека или немощь его, да, или э, где-то даже прислушание, он старался все-таки вот с милостью, с нисхождением. И он говорил так, вот в чем практический урок как раз для нас? Он говорил, что если ты, делая выговор, э, Другого человека, если ты, вразумляя другого человека, сам выходишь из себя, сам приходишь в раздражение, то это значит, что ты служишь своей страсти. Ты и другого человека не спасаешь, и самому себе вредишь. То есть вот как часто мы пытаемся кого-то переделать, воспитать, да, вразумляем, выговариваем, и сами выходим из себя, и губим себя, но и другого не можем спасти. И это, братья и сестры, неправильно, потому что другой человек, он спасается именно за счет духа любви, за счет духа смирения и милосердия. Вот помните тоже этот знаменитый пример, мы его не рассказали из э, Потерякового сказания о преподобном Макарии, когда он шел с учеником, увидел жреца языческого, да, вот, ну, ученик впереди шел, он обругал жреца, да, а то, тот соответственно побил этого ученика, а потом сам преподобный Макарий он с добрым словом обратился к жрецу, и жрец настолько был тронут, что сам э, обратился в христианство и э, стал даже впоследствии монахом. И сам преподобный Макарий говорил, что слово доброе и худых людей делает добрыми, а худое слово и добрых людей может сделать худыми. Вот постараемся хотя бы вот этот урок извлечь, чтобы обращаться к другим людям с добротой, со смелостью. С лаской, с любовью. И кто знает, может быть, и эти люди тоже после нашего такого общения с ними переменят себя и уже будут иначе смотреть и на нас, и на веру Христову, и вообще на окружающую жизнь. Во всяком случае, чем больше будет доброты и любви в мире, тем больше света и радости мы внесем в эту жизнь. Храни вас Божий, дорогие братья и сестры. Молитвами преподобного Макария Великого Господь да помилует и сохранит всех нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.